Без имен, без не поймешь. Здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть. Да, Взаимно, слушал вашу спасибо. дискуссию. Представьтесь, пожалуйста, Но вы откуда? не совсем согласен. Я со Львова, Украина, да. Привет, Не Украина. совсем согласен с вами. Не совсем согласен с вами. Очень много хочу вам сказать, что армяне, Ваш звук армяне, пропал. когда вы были... Ваш звук Алло, алло, пропадает. алло, алло, Да, алло. сейчас слышно. Да, говорите. Завис. Это у вас. Я зависла, ребята, напишите. Уважаемый, уберите, пожалуйста, эту Сейчас трубку с экрана, нормально. потому Я что сейчас выключу одну секунду. банят, потому что Алло, за это. а сейчас нормально? Нормально меня слышно, да? Нормально, я вас прошу, уберите трубку с эфира, за это банят эфир. Трубку, да? Хорошо, трубку убрал уже, да? Меня хорошо слышно? Сейчас, да. Меня хорошо слышно, да? Да. Сейчас, Хорошо, да. секундочку, подождите, я сейчас, подождите секунду. Секунду. Что-то с интернетом, я не пойму. Секунду. Убрала просто за то, что он завис. Да. Да, я помню. Да, все. А то не, просто Пожалуйста. я вас сама отключила, извиняюсь, из-за того, что Да, все как нормально. бы вы зависли. Да. Да, Да, мы слушаем вас. все нормально. Пожалуйста. Я слушал эфир. Интересный эфир. Мне нравится. Спасибо. Дискуссия. Молодец. Дискуссия уместная. Должна к месту. Как говорится, что в дискуссии рождается истина. Но я уважаю все нации, в принципе. Привет! Привет, сейчас извиняюсь, тут сразу украинцы наши пишут. Привет, Миша, привет. Да, я Да. уважаю все нации, но есть нюансы. Если вы любите историю, а еще археологию, древнюю историю, времен неолита или еще древнее, вы должны понимать, что на землях нынешней Армении, да, когда ходили динозавры, а потом и мамонты, и саблезубые тигры, там жили армяне. Поверьте, это правда. Он прикалывается. Доказываю вам с научной точки зрения. Есть фильм, документальный фильм, созданный BBC, когда ученые британские исследовали ДНК народов той территории. И они пришли к выводу, что есть хромосомный набор, который исчисляется еще 10 тысяч лет тому назад, даже больше. Мы можем, вот если вы верите в, ну, вы слышали, вот, А вы слышали что-то про азэхантропа? ну, послушайте меня, Не, вы вы меня слышали что-то про перебиваете? азэхантропа? Слышал? Слышал. Что? А что вы слышали? Ну, что я слышал? Древний народ, древний человек, древние ископаемые. А где он найден? Вы в курсе? Где он найден? Вы не в курсе. В пещерах в Азербайджане. И что? Ничего, вы что-то о древности говорите. И вот я вам и говорю. Ну вот послушайте, и вот британские ученые вызначили ген, который вот не просто ген, а хромосомный набор, который изначально
говорит, что вот сейчас самая большая концентрация этого идет в районе горы Арарат и в центре Армении. Где находится гора Арарат, какая называемая? Где она находится? Гора Арарат была оккупирована в свое время. Серьезно? Понимаете? А ничего, что называется, да, турецкая гора Агрыдах? Вам ничего это не говорит? Ну, это она называется, она уже просто... потом. И она не потом. И уже она видна как бы из территории как бы Армении, со стороны границы Армении, просто видна. И ничего вам вообще то, что вы говорите о армянах, а они вообще-то как бы появились на Кавказе, переселенцы. Вам ничего это не говорит в истории? Ага, переселенцы. Ага. Это так, как переселенцы вот с Донбасса. То же самое сейчас. Не с Донбасса. Точно вы историю вообще... Вы историю знаете? Вы историю знаете? Секунду, вы же археолог, вы же вот памятники всякие эти. Хорошо, я вам задам такой вопрос. А интересовались ли вы в Армении, что обозначает памятник Марага? Нет, не интересовался. Ну, я вам скажу, что означает памятник Марага. Памятник Марага установлен в Армении в честь переселения армян 150 лет на нашей территории. Это есть в доступе в интернете, вы можете даже фотографии посмотреть. И написано, извиняюсь, на этом памятнике, если вы такой археолог, и вы говорите о том, что вы вот историю любите, и написано на этом памятнике так называемым армянским языком, который, кстати, и является эфиопским, древним эфиопским. Есть такой писатель, политик, историк, эфиоп по происхождению Текала Хагас, который написал прекрасную книгу о приусвоении армянами эфиопского алфавита. Что вы на это скажете? Я скажу одно, что армяне жили еще, когда были там динозавры. И это доказывает уже не просто так, вот можно сказать, вот, что-то там армянские националисты, а это доказывает то, что британские ученые взяли ДНК со всего мира, они брали со всего... Я понимаю, что от разных национальностей можно зайти и говорить. Нет такого доказательства. Да, именно так. И я вам хочу еще сказать, уважаемый Андрей Вколор, я не знаю, как вас зовут, хорошо. Я хочу к вам обратиться, хорошо. Что, пожалуйста... Я вас очень прошу, вы взрослый человек, просто такие вот мультяшные динозаврные истории, пожалуйста, здесь не надо рассказывать, да? Если вы не знаете, я вам для начала скажу, откройте хотя бы, поинтересуйтесь для начала, как генетиком я для вас сейчас буду, вы, пожалуйста, откройте для начала и прочтите, кто такие цыгане Боше, хорошо? И потом мы уже будем вести дальше разговор. Можно вопрос? Можно вопрос? Друг, вы перед эфиром что курили? Это ужас, он завис. Это такие сказки неси. Он армянин, может, наполовину, я не знаю. Вы что курили? Вы горилку пили, наверное. Ужас, это просто взрослые люди такое нести, это ужас. Какие динозавры, какие люди? Во время динозавров никаких людей. Отключился. Это ужас, это я вы знаете, ладно, это стыдно уже, ребят, это уже стыдно. Ну, в это может поверить только, я не знаю, кто может в это поверить, но это стыдно, ребят, реально стыдно такие вещи нести, господи, боже мой. Антропологи доказали, не знаю, генетики доказали. Ребят, где доказали? Можно узнать, где доказали? Кто доказал? О чем вы? Какие динозавры? Какие люди? Это... У меня слов просто нет. Какие динозавры, какие люди? Я еще понимаю, что вы знаете, я понимаю, что у меня эфир там бомбит, я понимаю, что... Как бы сейчас все на полу армяне, у кого-то мама армянин, папа, будут выходить с разных стран, говорить на тех же языках, выступать. Ну, люди, ну хотя бы подготовьтесь к эфиру. Ну, вы выходите, наелся такие вещи... Наелся сало и это самый
Напился горилкой, и тут выступают динозавры. Ну какие Не, динозавры? просто, Пошел. ребят, ну это, ну мне, ну я уже, я не, извините, но мне уже смешно, реально.